Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. И с утра у нас суета, просто беготня. Встали сегодня все рано, но на это есть причина. Так, тут я в холодильнике. У нас сегодня гости, как сказать-то, очень такие высокие гости, поэтому мы сейчас готовим, но все остальное увидите в ролике. У нас здесь приготовленный подарок. Гостю нашему рисовала Ангелина. Ну, пока с ним, пока не подарили его. Все. Убирай, да. Я что, молчать буду? Потому что у меня нету слов. Он, как всегда, молчит. Я помолчу, Оксана скажет, потому что мы... Оксана за себя, да? Ой, Оксана лично отдувается на всех этих, на что на собраниях. А зачем ты мне по почкам будешь бить? Сейчас-то я могу сказать о своем Диксон, что она по почкам не надо стучать. Сама скажи, у тебя на ком... накипело больше. Ну что накипело у меня, ладно. Ну да, мы терпим до поры до времени, а потом меня отпускают. Ну вот, гость, которого мы ждали, готовились 2 дня. Это было очень волнительно. К нам приехал глава нашей республики Николаев С.Н. Сергеевич. Это не первый раз, когда он к нам приезжает. Это, по-моему, уже 3-й раз. Значит, мы с ним побеседовали на разные темы, проговорили про сельское хозяйство, про приемные семьи, ну и многодетные семьи. Наше знакомство с С.Н. Сергеевичем произошло давно, когда он еще был мэром города Якутска. Он всегда как-то по-теплому к нам относился. Ну и относится. Всегда встреча проходит спокойно, без всякого напряжения. Он довольно-таки открытый человек и всегда идет на контакт. Благодаря ему мы имеем земли, те, которые имеем. С его легкой руки и с его поддержкой. С.Н. Сергеевич обошел наше хозяйство в Мархе, зашел к козам и к страусам, поинтересовался, какие на сегодняшний день у нас есть проблемы. Ну, конечно, я рассказала о том, что мы, как сельхозпроизводители, не получили в том году субсидию. Он говорит, ну это неправильно, но нам сказали, что все равно какая-то поддержка будет. Я говорила не только за себя, я говорила за всех сельхозпроизводителей нашей республики. Разговаривали о проблемах сельского хозяйства в Якутии, о развитии скороспелых отраслей. Рассказали о наших планах на будущее. Сегодня 22 января у С.Н. Сергеевича день рождения. В этом году у него юбилей, 50 лет. Каждый год в свое день рождения он посещает многодетные семьи, семьи там сельхозработников, просто деревенских жителей. И всегда в свой день рождения он дарит подарки. Но об этом позже. Мы знали, что у С.Н. Сергеевича день рождения, и приготовили небольшой сюрприз. Он об этом не знал, даже не догадывался. И сюрприз удался. Знаете, как приятно видеть такие глаза, удивленные, наверное, можно так сказать. Дети исполнили у меня такую небольшую песенку, вернее, куплет и припев песенки про день рождения. И вот Ангелина, я в начале ролика показывала, рисовала картину. Это на фотографии С.Н. Сергеевича и его родители.
этого произведения. Давайте его вот сюда. Это... Да. Ребенок не занимается нигде, она дома, это самоучка, и вот на это. И еще у нас, еще заминка, да? Нет, все. Всем привет! Каждый ребенок, каждый взрослый тоже ребенок! С днем рождения! С днем рождения вас! Так, давайте забывайте свечи. Не забудьте загадать желание! Молодцы! Каждый взрослый человек, у вас все равно в душе ребенок. И у нас взрослых, и детей, мы всегда, у нас тот со свечами, и, ну, ощущение детства должно быть, наверное, всегда. Вот. Ну, пока все стоим, наверное. Я тоже с огромным удовольствием к вам приехал. Огромное спасибо. Я уже, если не ошибаюсь, второй или третий раз на своем день рождения к вам заезжаю. Вот. И от всей души, с благодарностью вашей семье, детям, вам, как родителям, да, вот матери, тем более, давай, угу. От себя лично, стиральная машина, здесь в хозяйстве лишнее точно не будет. Ой, она не справляется, поэтому это очень дорогой подарок. Спасибо. Спасибо огромное. Каждого не увидишь. Конечно, мы сфотографировались на память. Каждый год, когда к нам приезжает Асен Сергеевич, у нас остаются фотографии с ним. Ну, очень приятно. Проходи, ребят. Закрыть. Вот. Оставьте здесь, пожалуйста. Все, прямо с жару. Мы получили свой подарок. Все, ребята, какой... спасибо. Спасибо огромное, все, спасибо. До свидания. Какой огромная дверь у нее. А? Ой. Конечно, наш подарок очень маленький. Этот подарок очень большой. Покажи бумажку. Это. Да, нам вручили сертификат. Вот. Вот такой сертификат на машинку. И вот доставили нам машинку. Все. Дверца какая большая. В общем, это. Меня можно стирать? Сертификат на получение стиральной машины. С сушилкой, да. На. Ого! 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 На сколько килограмм? Наша маленькая машинка, конечно, уже не справляется совсем. Что это Slim Plus? СМР. А? Алиса, посмотри, какая кукла. Аккуратно. Скажи, что такое? Где, Алиса? Алиса, где кукла маленькая? Вон, что ли? Куда поползла? Нянек у внуков много. Всем, конечно, интересно. Самая главная нянька. Полина? Помогает она бабушке. Да, да, да. Давай. Куда? Куда хочешь? Туда же, в коляску? Алиса? Что? А? Отдай. Что надо? Что там надо? Алиса. Вот так. Да. Ага, давай. Молодец. Помощница. Давай. А не скажи, я он. На кресло. Да. Все. Устала, скажи я, да?
А ложка зачем тебе? А что ты не пьешь? Зачем тебе? Да, скажи. Так она сейчас еще голову опрокидывала назад. Я же говорю, как чай. Ты специально, что ли, это делаешь, а? Нет. Поставь чашку на стол и возьми ложку на стол. На стол ставь? Где стол? Эй, макаронинки, так скажи, съем. Все. Ложка где? Алиса, ты что делаешь-то? Ложка где? Она успевает и с одной, и со второй тарелки. В какой тарелке вкуснее-то? А? Давай тоже расскажу. Кушай. Ой, вот так скажи. Суп. Мама. Что? Я нет, иди ешь. Все, я твою тарелку забираю. Ай, ай. Ешь. Отдай ложку. А это кто? Кто? Это Полина, скажи. Вот, это Полина. Ну, Алиса здесь с одной чашки ела. Потом у Полины ложечку свистнет и кушает. Нет, да. Сюда не залезешь. Да. Ой, ой, ой. Вкусный суп. Костный суп просто. Че нам? Конечно, кто супом накормит? Только бабушки супом накормят. Да. Вот так вкуснятина. А то все по споку все воспитывают. Да, это мы по споку. А сейчас все такие умные воспитывают по интернету, что правильно, что неправильно. Скажи, а мы супа хотим. Мы хотим супа кушать. Нет, да, они уже прикармливают ее бульончиком и все. А мы тоже бульончиком. И супа, скажи. Прям аж не могу. Вот так вкусно. Значит, вот так у нас прошел день. Утро было такое напряженное, волнительное. После двух дней подготовки, как бы где-то убирались, где-то готовили. Не так много готовили. Спасибо огромное, Лена, за рыбные пироги. Они обалденные. И за тортики тоже. Вот. И после этого всего, знаете, такая вот какая-то усталость. И сейчас мы отдыхаем. Такой релакс. Вот релакс. Вся детвора возле телевизора. Вон они все. Кто на полу, кто на диване. Смотрят мультфильмы. В общем, мы сегодня... Дальше бездельничаем. Ну, а на сегодня все. Всего самого доброго, светлого, хорошего и всего того, что вы сами себе пожелаете. Ну, машинка пока еще вот стоит в зале. Пока еще ее не устанавливали. Ну, конечно, такая шикарная. Она идет с сушкой. Одна машинка хорошо, а две лучше. У нас они долго не живут, как говорится. У нас сколько? Было три машинки, сейчас осталась рабочая только одна. Вот. Так что нам такой вот хороший подарок еще сделали. Ну все, всем пока-пока.